Здравствуйте, меня зовут Игорь. С рождения я болен бурёзным эпидермолизом. При этой болезни кожа человека гораздо слабже, чем у здорового. Она подвержена ранениям и деформации при механическом воздействии на нее. Также при этом заболевании кисти рук деформируются, пальцы между собой срастаются, и кисть приобретает кулачковую форму. Но несмотря на все это, я отучился 11 лет в школе, успешно сдал экзамены и в этом году поступил в Московскую государственную юридическую академию. Хотелось бы поблагодарить Александра Семеновича Шубина и всех тех, кто помогает мне. Спасибо вам большое за вашу помощь. Она для меня очень важна.